Так случилось, что у меня не было дома. Свои все денежные деревья, которые стояли на улице, оставила она приглядывать соседке. Она их хорошо, обильно поливала. Кроме всего, пошел еще дождь. И теперь мое денежное дерево. На нем масса гнилых листков, смотрите, отпадают все. Сейчас надо все это, все мокрое. Но оно не виновата. Я, знаете, я в такой суматохе, когда мы уезжали с мужем в больницу, в Киев, наверное, я не предупредила, что лучше не поливать, чем поливать. Поэтому, смотрите, все прям валится. Все прям так струшиваю. Это что-то с чем-то. Бедное мое денежное дерево. Возможно, это и есть вот это, знаете, когда в доме непорядок, когда в доме болезнь. Может, такое совпадение или что-то еще такое. Ну, вот видите, просто гниль. Вот это оно залито, все залито. Я когда-то показывала, такое было залито денежное дерево у наших знакомых на даче. А это мое самое любимое, самое большое. Сейчас буду смотреть, наверное, на корень. Ну, видите, что делается. И это случилось буквально за неделю. 7 дней прошло. В четверг мы уехали, сегодня пятница. Прошла неделя, и вот за неделю оно вот таким образом... Это, конечно, залито еще. В блюдце было очень много воды. Ну, еще и на улице и дождь. И смотрите, как оно, то, что я говорила, как оно вытягивается, когда много влаги, когда много, ну, непорядок, короче. Вот видите, сколько листков погибших. Это буду смотреть сейчас, и если что, опять обрезать его. Буду смотреть, как отпадает все, видите. Просто вот листочки. Гниль. Да. Что сказать? Ничего не скажешь. В такой ситуации хотя бы, вы знаете, даже мне корень не нравится. Занесла в дом. Сейчас это все посмотрю, наверное, как вы думаете, наверное, надо вытянуть и просушить корень. Или до завтра подождать. Да, видите, вода. Просто вода течет с него. Вытек. Так, очень жаль. Это не просто так, видите. Все это делается. Болезнь в доме. И пропадает одно за другим денежное дерево. Хотя я не хочу верить в это. Хорошо, что я хоть приехала сегодня, потому что если бы оно осталось еще на одну неделю, потому что там в больнице еще в Киеве, в институте Шалимова, после операции, а я решила приехать. Думаю, приеду все-таки на пару дней. И вот видите, хорошо, что я приехала. Так, вынула корень. Корень очень маленький. И даже непонятно, живой он или нет. Сейчас я его просушу.
сушила ствол, листочки, корни. С одной стороны, с другой повернула. Ну и пусть пока остается до завтра. Посмотрю дальше, что делать с ним. Ну, буду пересаживать. Надо какой-то абсолютно сухой песок и пересадить. На второй день добавляю песок, перлит. Такой уже просушенный корень. И постараюсь посадить в этот же цветочный горшок. И каким-то образом его укрепить, для того, чтобы поглубже, не намного глубоко не садить, потому что и так ствол уже коротковатый. Вот. И сейчас посажу. Так, хорошо его так утрамбовала. Как-то ему так не везет последние годы. Держится. Я его даже посадила немножко выше, чем он был раньше. Видите, здесь даже вот такой корешок остался чуть-чуть. Я его планирую потом обрезать хорошо, так что он будет полегче. Но не сейчас, немножко попозже. Пусть оправится от этого шока. Нельзя сразу же все одновременно делать. Потому что, а он может, конечно, выжить, но все равно лучше, конечно, лишний раз не травмировать. Так, кладу булыжники такие морские, для того, чтобы он держался, корень хорошо. Так, а ну, посмотрим, сейчас ровно его посадила. Да, вроде бы ровненько. Ну что, там корень вполне нормальный, конечно, не такой, как надо. Надо, чтобы он был намного больше. Ну вот не везет, ну вот не везет, хоть как. Сегодня почти целый день на улице, на солнце, на ветерку, на таком. Все нормально. Тебе расти, а мне в богатстве цвести. На то моя воля, да будет так. Кто верит, тому помогает. Кто не верит, пусть не верит. Все. Расти. Расти и цвести надо тебе уже давно. Вы уже видите, сколько много всяких. Ох, и вытянулся он за одну неделю. Будем ждать теперь. Так что такое тоже бывает. Я вам показываю такие вот нюансы. Смотрим. Так, чуть-чуть его еще сюда денежным деревом. Закормила его моя кумушка водой. Ну ничего, все будет хорошо. Все есть отлично. Да, и вопрос, что же мне делать с этим том-там, как он тут называется, да, том-там, мальчик с пальчик, смотрите, на таком тоненьком, тоненькой одной ножке, вот сколько его, уже много, красивый и прям целый получается букет, но держится, смотрите, что мне с ним делать? Скажите, пожалуйста.